Вам понравилось? Понравилось? Песчинка попадает в устрицу и раздражает ее. Что получается? Жемчуг. Вы этот раздражитель. Вы будете моим менеджером? Если вы не против. Рок-менеджер Ричи Лэнс. Что случилось с твоей улыбкой? Улыбка Ричи Лэнса. Ты был крутой чел. Я и есть крутой чел. Терпел неудачи. Есть дело, старик. Для этой цыпы. За деньги. За кучу денег. В Афганистан? И был готов на все. Сэр, ваша дама должна прикрыть тело. Это оскорбляет место. Мое дело. Мое дело. Не нужно этих формальностей. Понял? Проснись и пой, птичка. Девка ушла. Но как же шоу? Ну, наверное, шоу must go on. Какого черта я здесь делаю? Добро пожаловать в дубли! Я потратил жизнь на поиски голоса. Ты поешь? Нет, но я умею другое. Отчего ты сам запоешь? Эй! Сэр, я никогда не видел ничего подобного. Ну, сейчас война, сынок. Прошлой ночью я слышал, как ты поешь. Это судьба. Им запрещено петь. Они убьют ее, а потом нас. Это хорошие парни. Мы должны им помочь. Я должна петь, и не иначе. Это безопасно? Безопасно, милый. Хорошо, только мои 20%. Мне обещали безопасность. Стараемся, чувак! Мне нравится твой голос! Если ты веришь в ее талант, делай что-нибудь. Я уверен, вы слышали об афганских звездах. Афганские звезды? Типа голос страны? У Сулеймы есть дар, есть магия. Она лучшая, что я слышал. Я до сих пор в игре. Я менеджер. Ассаламу алейкум, рабаталай баракату. И тебе того же. Рок на Востоке. А ты ничего. Спасибо. Скоро в кино.